Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5. На этой машине мне надо поменять только заднюю часть, остальное сделает сам хозяин. Итак, владелец разобрал машину и отрезал заднее правое крыло. Теперь время начала моей работы. Как я уже говорил, мне надо поменять только заднюю часть. Остальные работы сделает владелец. Для этого ремонта я имею другой кусок кузова. Левая сторона, правда, в не очень хорошем состоянии. Итак, начнем ремонт. Я снял заднюю подвеску и теперь я буду удалять заднюю часть машины. В местах разрезов я должен вырезать окошки, чтобы в дальнейшем я мог сварить внутренний металл. Ну что, начали? Итак, задняя часть машины удалена. Теперь я подготавливаю места соединений для сварки. После аварии правая сторона крыши немного приподнялась. После измерения я знаю, что она выше на 1,5 сантиметра. Исправляю это. Прекрасно. Теперь я могу установить заднюю часть, выровнять сварочные соединения и затем сварить. Внутренние соединения усиливаю. We'll be right back.
Итак, сварочные работы закончены. Сварочные швы заливаю оловом. Итак, с этим я закончил. Ну и последнее, что осталось, это подровнять внешний металл средней стойки. При работе буду использовать споттер. Вот и все, на этом моя работа закончена. Отдаю машину владельцу. Остальные работы сделает сам хозяин. На эту работу ушло 40 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь для просмотра моих новых видео. Пока!